Привет, друзья! Вы снова на моем канале, и сегодня мы готовим одно из моих любимых блюд китайской кухни – баклажаны в кисло-сладком соусе. Ингредиенты для баклажанов по-китайски очень простые. Нам потребуется баклажан, кинза, чеснок, растительное масло, приготовьтесь, его должно быть очень много, картофельный крахмал, соевый соус, кисло-сладкий соус и кунжут. Нарезаем баклажаны произвольным образом. Можно нарезать кубиками, а можно и полосочками. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Перекладываем баклажаны в глубокую тарелку и засыпаем крахмалом. Затем перемешиваем, и я советую это делать руками. Можно надеть перчатки. Оставляем наши баклажаны и переходим к приготовлению азиатской заправки. В глубокую небольшую емкость выливаем соевый соус с растительным маслом. Масло приблизительно 2 столовые ложки. Перемешиваем и добавляем кисло-сладкий соус. Затем нарезанную кинзу и выдавливаем 3 зубчика чеснока. В идеале еще добавить перец чили, но это по вкусу. Я не очень люблю. Теперь в сковородку выливаем большое количество растительного масла, так как эти баклажаны обязательно должны обжариваться во фритюре. Не бойтесь лить много масла, крахмал в себя не впитает лишний жир. Когда масло закипело, отправляем туда баклажаны и жарим их до золотистой корочки. После снимаем сковородку с огня и перекладываем баклажаны на тарелку с салфеткой. Хотя благодаря крахмалу баклажаны не должны впитать лишний жир, но мы с вами лучше перестрахуемся. Затем выкладываем их в тарелку, в которую мы уже будем подавать. Выливаем наш соус, перемешиваем и посыпаем кунжутом. Пускай они немного настоятся, вот парочку минут буквально, и уже можно подавать к столу. Вуаля! Самые вкусные жареные баклажаны готовы. Приятного аппетита!